Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон Ольга Болезина. Здравствуйте. Власти Кирова не стали экономить на Новом годе. На оформление города выделяют 23 миллиона рублей. На эти деньги оформят театральную площадь, зальют 4 бесплатных катка. Еще более полумиллиона потратят на украшение нескольких парков и скверов. Сейчас объявлены конкурсы на поиск подрядчика. По сравнению с прошлым годом, траты на праздничное оформление заметно выросли. Почти в полтора раза. К 2020 году на театралку потратили 14 миллионов рублей и еще 3,5 миллиона на заливку и обслуживание бесплатных катков. Программа «Экономика». Строительство в 2021 году не поднимется на уровень 2019. Объем строительных работ в Кировской области за 9 месяцев снизился на 8%. Это отмечает в Минэкономразвитии региона. Более заметно упал объем введенного жилья на 15%. Введено по всему региону 285 квадратных метров. К концу года цифра достигнет 430 тысяч. Поддержка со стороны государства позволит увеличить в 2021 году объем ввода на 6%, но возврата к уровню 2019 года чиновники не прогнозируют, отмечая, что в нашем регионе для удовлетворения спроса нужно сдавать 500 тысяч квадратных метров в год. Экономика на 101 FM. Кировчан просят поскорее заплатить налоги и желательно онлайн. Из-за коронавируса налогоплательщикам не рекомендуют ходить на почту, чтобы забрать налоговые уведомления. Вместо этого можно воспользоваться электронным сервисом, обратиться в ФНС России или иным способом направить обращение в налоговую инспекцию по месту жительства, попросив предоставить уникальные идентификаторы начислений УИНы, указанные в уведомлении. Ответ придет на электронную почту, направить его обещают оперативно. По УИН можно заплатить с помощью сервиса «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа», либо иным способом, в том числе через терминалы и сервисы банковских организаций. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 76,25. Евро стоит 90 рублей 39 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.